продукты для манго стики райс. Специальный рис, как для суши, он должен быть липким. Кокосовое молоко, браун шуга и манго. Сейчас будем. Ингредиенты для чая. Мы будем заваривать гонконгский чай с сгущенным молоком. Лучше взять несколько видов чая черного. Вот такой чайник с ситечком, потому что у нас нет специального приспособления для заварки именно гонконгского чая. И вот у нас сегодня будет интересный ужин. Вот такой чай и стики манго райс. Рис по-тайски. Посмотрим. Продукты готовы. Начинаем процесс. Все готово. Чай и рис с манго. Каждый накладывает себе сколько хочет в тарелку. И приятного аппетита!